А неделя конкуренции в России стартовала в городе Великий Новгород. Участники проведут круглые столы и заседания международных рабочих групп с представителями органов власти, бизнеса, международных организаций и объединений, руководителей конкурентных ведомств стран мира. Организатор недели – Федеральная антимонопольная служба России. В течение этого времени делегация из Карачаево-Черкесии также примет участие в работе недели конкуренции. В этом году, если говорить о том, чего добилась в целом республика, то можно в какой-то степени похвастаться даже, потому что мы через ряд показателей, которые как раз таки объединяются в программе, которая называется «Стандартом развития конкуренции», мы в этом году выскочили, скажем так, с 60-го места на 45-е место. Мы уже подступаемся к принятию ряда мероприятий для того, чтобы по каждому пункту стандарта развития конкуренции в каждой отрасли добиться определенного развития для конкуренции.